Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1301. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. За 9 июля 2019 года. Даем объявление. Можем прочитать. Наталья, отец Игнатий, мир вашему дому. Слава Иисусу Христу за молитву. Я быстро доехала в Германию, не пришлось ждать даже поезда. Домой был скоростной, за 1:47 уже была дома. Муж увидел, что я привезла 12 томов Иоанна Златоуста, ахнул, сколько книг. Мед очень понравился. Дома все хорошо, живы, здоровы. У нас похолодало, слава Богу за все. Он еще не стал больше брать. Просто показать. Сейчас я маленько раньше возьму. Какие тут пошли снимки. Вот так. Видно или нет, не знаю. Поздравляют с принятием крещения. Новокрещенная Ольга. Наталья Усатая. Молиться друг за друга. Материала снято много, скоро опубликую. Опубликуют Игнатий Тихонович и Вячеслав. И я кое-что. Так радостно обрести семью братьев и сестер во Христе. Душа ликует, сердце трепещет. Благодарю за молитвы о нас. Елена. Вот снять снимки. Как я рада за вас, родные и близкие мои люди. Благодарю Господа, как чудно все устроено им. Всем крестившимся желаю всегда помнить первый этот день и сохранить во всей своей жизни слава Христу. Это вот крещение, как было. 10 человек и девочка Варвара. Совет общины, как проходил. Фотография. Мелконькие. Ну а как крупнее сделать, не знаю.
Совета общины, девятая часть оглашенных. Наталья, батюшка Аким на память подарил мне вот такой альбом «Сибирский ковчег». Оттуда снимки какие. А вот я Старохиль. Первый мой день в Барнауле. Кто-то пишет: «Братья и сестры, смотрю, и так душа радуется за вас, Наталья. Я испытала чувство сердечной радости за вас. Я смотрю на вашу переписку, фото, видео и улыбаюсь. Радость душой и сердце наполняются чистой и умиротворяющей любовью к вам. Словно я с вами, родная душа по крови». Нас учили: родные – это по крови. Но я сейчас испытываю совершенно другое чувство. Вы меня должны понять, чувство родной души с вами по духу. А это сильно. Во славу Божию. Вот сейчас поняла, что я хоть маленькая совсем еще и бесполезная для вас частичка, но я вас всех вижу и знаю, и среди нас такая чистота, и молилась за вас, все Христос за всех. Что я испытал, я имею возможность общаться с вами и учиться у вас у всех. Наталья, спаси Христос за твои молитвы обо мне. Я чувствовала, как силы во мне пришли, ко мне пришли, что ты на расстоянии, но было со мной. Спаси Христос, Господи, и сохрани покойствие души умом. Вот это все надо просчитать. Валентина пишет: Наталья, поздравляю с принятием крещения. Желание твоего сердца сбылось наконец. На обложке альбома Львовщика. Вот подарил тебе батюшка фото крещения моих двух внучек Екатерины. Это она с Светланой просто необыкновенно взвелась парусом и так осталась запечатлена. Я в прошлом году привезла такой же. Там очень дорогие мне фотографии. Наталья пишет: да, встреча была замечательная. Ну, тут надо все отдельно. Я вот сейчас постараюсь это скопировать. Это голубица моя, голубица. Вот копировать. Если еще так я вставлю, оно будет считаться. Вот так, чтобы как-то сюда. Вот.
Ставить надо. О! Вот это вот можно будет теперь считать. Я сейчас буду прокручивать. Наталья. Вячеслав. Духовных сил. Я буду прокручивать весь. Вот тут стихами разразились. Сергей Семенов написал: Наталья Усатова, слава Иисусу Христу за все, за талант писать стихи. Вячеслав, новый агрегат на видеокамере, сила наша. Капустина Татьяна звонит. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Около 1000 фотографий, закачка продолжается. Вот. Голубица моя, голубица. Вот так вот. Владимир Пащенко, благослови вас. Вот сейчас я покажу фотографии, какие здесь выставили они. Вот фотографии можете посмотреть. Вот столько фотографий. Под воду ушел кто-то. Крещение. Осенью я тоже фотографии выставлю, когда приеду. Отсюда ничего нельзя. Вот сколько фотографий.
Так. Виталия просят ролики сделать в аудио. Видео крещение. Сергей. Духовное рождение. Сергей. Поздравляет с возвращением домой. Это стихи, которые написали. А это пишет Вячеслав Семен. А это вот мощит поп. Ну, что сказать. Сейчас где-то тут общая фотография. Сейчас посмотрю. Можно нет показать ее. Заседание совета. Вот общая фотография. Это в храме. Будет все поставлено. Все пока на этом. Ну что, вчерашний день здесь. Утром решили еще порыбачить. Там другой отрожек. Но там очень опасно, коряги. Ну, вернулись. Невод сохранили. Разведка боем, как говорится. Воды много, далеко разлилась. Там много птиц. Должна быть сеть. Невод там не годится. Ну и вернулись. Ни с чем. Проверка была. Игорь Добунов собирался вот сегодня, как вот, на 9-го выехал. С ним Дмитрий Лемеш, Кадушкин, Юрий Георгий и Нестор. Уехали мы с Володей, двое остались. Пошли собирать жуков. Колорадский жук. Все сожрает прямо на глазах, пустыню делает. Ну, набрали сколько банки, банка там такая, 5-литровая, там в нее ссыпали, тоже сняли, будет показано, как. Вот так. Потом искупались, тоже засняли. Первый раз в этом году купался. Ну и все на этом, слава Богу.